Результаты будут проанализированы и приняты соответствующие процессуальные решения. Сегодня представители прокуратуры и ГИБДД оценили качество очистки улично-дорожной сети города от снега. В рейде побывала и наша съемочная группа. Подробности в следующем сюжете. Одна из главных претензий к дорожникам – это куча снега, которую они оставляют после расчистки. Причем его складируют как в жилых микрорайонах, так и на обочинах дорог. Это двор Губкина 44, рядом с первой школой. Огромная куча снега лежит здесь более недели. Дети превратили ее место небезопасных игр. Завалы мешают водителям, обзору проезжей части, и таких мест в городе немало. Мы вообще ориентируемся, конечно, на поступающую информацию, в том числе от жителей, в социальных сетях о допускаемых нарушениях закона. Данная проверка вызвана в том числе и поручением аппарата прокуратуры округа по проверке содержания автодорог, тем более в зимнее время, и контролю за исполнением условий муниципальных контрактов со стороны заказчика. Подрядчик обещает, что кучу снега возле дома на Губкина 44 вывезет буквально в течение часа и слово свое держит. Но делать это нужно не после прокурорской проверки, а сразу после очистки или в течение суток. Кстати, это условие закреплено условиями контракта. Есть места, где кучи лежат неделями, да, на это мы ссылаемся на ГОСТ, где на внутриквартальных проездах у нас есть возможность складировать снег до 12 дней. Но, естественно, мы это стараемся не принимать за норму, а оперативно реагировать на это. Учтенные замечания в процессе сегодняшней проверки, они будут устранены, естественно, они уже устраняются. Есть проблемы у подрядчиков и с очисткой пешеходных переходов, тротуаров. Госавтоинспектор в разных частях города замеряет высоту снежного покрова на пешеходных дорожках. Где-то значение в пределах нормы, а где-то его превышает. Обращают внимание подрядчиков и на снежные накаты на дорогах, на обеспечение необходимого угла обзора на перекрестках. Такой работой инспекторы дорожного надзора ГИБДД занимаются еженедельно. Безопасность превыше всего. Основные у нас замечания по образованию снежного вала в неположенных местах. Также по треугольнику видимости. В ходе рейда в одном из дворов в микрорайоне Юбилейный подрядчик очищает детскую площадку. Трактор проходит сквозь арку входа в миллиметрах от конструкции. На малых архитектурных формах уже видны повреждения. А ведь это еще совсем новая площадка. Ну, то, что смотрите, вы построили для людей. Если у вас не помещается техника, вы как выезжаете? Ну, не видите, уже это ободрал, это сломал, повредил. Нормально. Ну, это нюансы. Ну, речь идет о уборке снега. Все конструкции, зеленые насаждения, поврежденные в зимний период при очистке снега, подрядчик будет восстанавливать за свой счет. Это условия контракта. А по итогам сегодняшнего рейда выявлено с десяток нарушений. Все они будут проанализированы, и надзорное ведомство вынесет соответствующее решение. Эрнест Бавшин, Владислав Дроботов, новости Муравленко.